И почему дилетантов? Лига – это сообщество людей, свободное сообщество с абсолютно горизонтально интегрированными связями. Слово «дилетант», естественно, в русском языке приобретает где-то с середины прошлого века такой оттенок, что ли, поверхностно знающего человека или человека, который лезет не в свое дело, или человека, который недостаточно компетентен в чем-то. Однако, если копнуть глубже, слово «элатио» обозначает удовольствие с латыни. Соответственно, дилетант – это тот человек, который занимается какой-то смежной отраслью науки или отраслью искусства, сферы искусства, где он не имеет соответствующего образования, но движим он исключительно интересом и желанием получить удовольствие от процесса познания. Человек вообще – это инструмент самопознания Вселенной. Соответственно, в процессе познания ради удовольствия нет ничего плохого. Поэтому мы, зная, что интеллектуально развитым людям присуще чувство юмора, не побоялись назвать себя таким провокационным словом «дилетант». Дилетанты – это люди, которые готовы впитывать в себя информацию. Это не те, которые говорят: «мы все знаем, мы все умеем». Вот если вы, не дай бог, включите телевизор, то вы увидите политиков, которые постоянно говорят: «мы все знаем», особенно перед выборами, «мы супермены». Но когда доходит дело до конкретных вещей, либо демагогия, либо просто желание скрыть собственное дилетантство. Мы этого не скрываем. Мы дилетанты, мы готовы впитывать знания, поэтому мы готовы общаться с людьми, которые выше нас по уровню развития.